Здравствуйте! В этом видео моторная яхта «Азимут-80». Эта модель моторной яхты стала самой популярной в размере моторных яхт от 25 до 30 метров среди владельцев яхт и туристов, берущих эти яхты в аренду в разных странах мира. На нашем канале будет более подробный обзор моторной яхты «Азимут-80». Предлагаем подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Итальянская верфь «Азимут» уже более 40 лет производит большие моторные яхты таких габаритов. Так, например, яхта «Азимут-80» выглядела в 2004 году. Длина этой яхты более 25 метров, 4 каюты, 8 спальных мест и 4 санузла. Средняя цена такой яхты – около миллиона долларов на мировом рынке водного транспорта. Шли годы и менялся дизайн. Так стали выглядеть такие яхты, выпущенные в наши дни. В 2021 году, а средняя цена такой яхты составляет около 4 миллионов долларов на момент выхода этого видео. Цена продажи яхты зависит от страны, в которой продается яхта, ее состояние на момент продажи. Такие яхты сдаются в аренду на час, сутки, неделю, месяц туристам в разных странах мира. Цены на аренду сильно меняются в зависимости от места и года выпуска, оснащенности, состояния, срока аренды яхты. Самый простой вариант – это часовая прогулка в составе группы из нескольких человек. Средняя цена аренды такой яхты – 5000 долларов за сутки. Больше информации о ценах на продажу и аренду моторных яхт в описании этого видео на YouTube. Длина яхты более 25 метров, 6 кают с 10 спальными местами, водоизмещение 70 тонн, максимальная скорость более 55 км в час, запас воды 1100 литров, запас топлива 6000 литров. Далее мы посмотрим похожие по габаритам моторные яхты других производителей, ставших востребованными и получившими популярность на мировом рынке водного транспорта. Sunseeker Predator 86 – это одна из самых востребованных моделей моторных яхт в размере от 25 до 30 метров среди владельцев яхт и туристов, берущих эти яхты в аренду в разных странах мира. Длина яхты – более 26 метров, ширина – более 6 метров, максимальная скорость – более 55 км в час. Дальность хода без дозаправок – более 2000 км. Запас воды – 1400 литров, запас топлива – 11000 литров. Яхты Ferretti получили большую популярность на мировом рынке водного транспорта. Модель Ferretti 850 производится много лет на момент выхода этого видео. До этого верфью Ferretti выпускалась моторная яхта Ferretti 830. Судно примерно такого же размера. Так выглядели первые моторные яхты этой модели 15 лет назад. Их средняя цена около 2 миллионов долларов на мировом рынке. Так яхты Ferretti 850 стали выглядеть к 2020 году. Это моторная яхта длиной более 26 метров, с четырьмя каютами, запас топлива 6750 литров, запас воды 1320 литров. Princess 85. Длина этой яхты более 26 метров. Запас топлива 11000 литров. Запас воды 1500 литров. Верфь Princess уже более 10 лет выпускает модель 85. Так выглядит яхта Princess 85 2009 года выпуска. Средняя цена такой яхты около 3 миллионов долларов на мировом рынке на момент выхода этого видео. А так выглядит яхта Princess 85 2021 года.
Предлагаем подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Поддержите наше видео лайком и сделайте водный транспорт более популярным вместе с нами. Всего вам доброго!